Сама структура нуждается в вожде, в том, что в политологии называется харизматический лидер. А Путин, да, он успешно 20 лет выполнял роль вождя, обещал всех мочить в сортире, пока всерьез не столкнулся с серьезным сопротивлением. И вот здесь наиболее отмороженная часть общественного мнения, которая жаждет сильной руки, оно в Путине эту сильную руку перестает ощущать. И на это место, вакуум образовавшийся, ментальный вакуум, радостно влезает головорез по имени Пригожин. Вот я почему говорю, что это неизбежно? Потому что создана вот такая структура, где должен быть начальник, отец родной, спаситель, защитник, вокруг которого все начинают водить хоровод, и который делается великим. Вот Пригожин хочет сделаться великим. А Путин, он уже побыл, и он уже поднадоел, а система жаждет